Значит так, рассказываю. Это классная броня, которая дает бонусным сетам ускоренную регенерацию и так далее. Отличный вариант для раннего хардмода. И это классно, клево, интересно. Чтобы заполучить эту сногсшибательную броню, шаг первый. Нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик, позвать друзей и, естественно, зашерить видео в социальных сетях. И это классно. Ну, знаете, что дальше будет. После этого мы отправляемся в подземный мир. Чтобы попасть сюда быстро и не напрягаясь, я вам советую использовать демоническую ракушку или ракушечный телефон. Что важно? Здесь убиваем разных демонов, которые летают, шастают вокруг, и выбиваем редкий предмет, называется кукла Вуду. Кладем в хот-бар. Теперь самое интересное. Отключаем инвентарь. Дальше. Нажимаю на кнопочку домика. В этом домике мы видим список всех живых NPC. В этом списке мы должны увидеть нашего гида. Гида что-то здесь нет, наверное, умер где-то в страшных мучениях. Ждем, пока заиспавнится. Пробуем еще раз. О, надо же, какое удивительное чудо, он заиспавнился, когда его попросили. Окей, после этого бросаем куклу Вуду гида в лаву, в любой точке мира, в любой точке подземного мира, и убиваем стену плоти. Теперь у нас появляется хардмод. Дальше. Беспокойненько топаем, значит, в такое место, как в испорченный биом. Или багрянцевый биом, в зависимости от того, что у вас есть. Теперь прыгаем в этот багрянцевый или испорченный биом, как можно глубже, и находим здесь демонические алтари, которые должны исполниться в большом количестве. Если... Вот. Для того, чтобы их сломать, нам нужен хороший молот, как минимум ПВ-хаммер, у которого как минимум 80%... значит, молотковые силы. Я не знаю, как перевести Hammer Power. Можно и более качественные молоты использовать, никто не запрещает. Самое главное, у меня есть гайд на канале, как этим молотом завестись, потому что это долгая история. Дальше теперь смотри внимательно за руками. Внизу слева у нас находится чат. Мы бьем молот, ломаем алтарь. Внизу в чате появляется надпись: ваш мир был оглашен адамантином. Это значит, что прямо здесь и сейчас где-то в мире заспавнилось несколько кусочков адамантиевой руды. Если продолжить в том же духе, заспавнится что-нибудь еще. Написано, появился палладиум. Вот нам палладиум и нужен. Чем больше вы этих самых алтарей наломаете, тем больше всякого мифрила и палладиума вам на... И палладиума, собственно, заспавнится. Мифрил тоже годится. Это... Дальше. Вам нужна расплавленная кирка. Как минимум расплавленная кирка, в которой 100% силы копания. Можете более качественную кирку или дрейдель использовать, неважно. Дальше. Ищите вот такую красную руду красного цвета. Это и есть палладиум. Вам нужно наковырять 216 штук. Если вы этим заниматься не хотите, сделайте следующее. Обзаведитесь хорошей удочкой. И, конечно, лучше всего это стекловолоконная. Она самая эффективная среди тех, что доступна для новичков. И найдите место, где много воды, в любом понравившемся вам биоме. Теперь внимательно следите за руками. Левой кнопкой мышки клацаете и бросаете вашу удочку в воду. Если вы видите движуху вокруг поплавка, левую кнопку мышки нажимаете в нужный момент. Раз. Поймали. Еще раз. Поймали. Ну и так далее. Если слишком рано или слишком поздно, вы останетесь без улова. На улов влияет сила рыбалки, как все это работает, я рассказывал в прошлом видео. Если вкратце, вам нужны качественные шмотки, качественные аксессуары и так далее. Тогда у вас будет ловиться гораздо чаще что-нибудь более или менее интересное. Среди прочего, может ловиться не только рыба, но иногда и ящики. Кстати, вам нужны любые ящики, кроме металлического, деревянного и ящиков из жемчужного дерева. Все остальное вам дает эту штуку. Дальше. Ящик, просто правой кнопкой клацайте в инвентаре и получаете рандомный лут. Среди прочего рандомного лута у вас будет попадаться еще палладиумная руда, это вполне нормальное явление. Или палладиумные слитки. Вам нужно 216 руды или в 4 раза меньшее количество слитков. Понятно? Понятно.
к нам нужно приготовить 216 палладиума или 216 кусков мифрила, железную наковальню, свинцовую наковальню и печку. Как все эти печки и наковальни сделать, я уже рассказывал в одном из прошлых видео, для новичков все есть. Окей, если вы вдруг невезучий, у вас нет палладиума, но есть мифрил, для вас есть. Заключается он в том, что вы отправляетесь к озеру с мерцающей жидкостью, ну или искусственный там водоем с мерцающей жидкостью, и внимательно следим за руками, займемся сейчас крафтами. Если хотите сэкономить время на поиске этого озера, посмотрите мое видео с сидом мира на мерцающее озеро. Все сиды, как говорится, у нас есть. Бросайте мифрил, и мифрил превращается в палладиум. Магия вне Хогварта. Да. После этого берем печку. Ставим печку где-нибудь. Давайте рядом с РДшком. И делаем себе палладиум слитки. Сколько у нас тут получается? Я не знаю, сколько получается. Короче, получилось, сколько получилось. А должно быть 72 штуки. Ставим наковальню. Становимся рядом с наковальней и крафтим себе броню. Здесь бывает три вида шлемов. Маска, которая увеличивает урон для ближнего боя. Я сделаю именно этот вариант. Да, вариант шлема точно самое. Увеличивает дистанционные атаки и... какая-то другой шлем увеличивает магические атаки. Понятно. Для трех классов получается. После этого мы крафтим еще броню и штаны. Важный момент, броня выглядит вот так вот. Ну то есть я как бы... А, подожди, тапки надо снять. Ну то есть это адский воин из подземного мира. Кажется. Я не уверен до конца, но напишите в комментариях, на что это похоже. Я даже не знаю, как это писать словами. И это классно, клево, интересно. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Не забывайте аккаунтов и ключей geronshop.ru. Можно купить дешевый террарий, Майнкрафт и сотни стимовских игр дешевле, чем в Стиме. Там же и можно пополнить ваш счет в Стиме. И куча покупать игры, которые напрямую в Стиме не купишь, тоже можно сделать. В общем, полный инструментарий борьбы с санкциями у нас есть. Все это для вас полностью легально с точки зрения правил Стима и как... И с точки зрения других вариантов, потому что это называется красивым словом параллельный импорт. И это классно, клево, интересно. Так, что я хотел? Броня. А, у нас есть сет-бонус. Да, генерация жизни. Прикольно. Очень прикольно. Так и дела. Ролики здесь выходят каждый четверг, пятница, суббота, воскресенье, так что смело подписывайтесь.